Есть мышки, которые берешь в руки и сразу понимаешь, да, вот это круто. И эта мышка одна из таких, одна из самых настраиваемых в мире мышей, их ответ сенсею и отныне моя любимица, Rocket Cone XTD. С девайсами Rocket я особо не был знаком до Игромира, но когда я там познакомился с ними поближе, то с уверенностью могу сказать, что у нас их недооценивают. Не надо так. Вообще серия Cone включает в себя несколько мышек. Обычную Cone, Cone Plus, Cone Pure, Cone Pure Color, Cone Pure Optical и Cone XTD. Объединяет их название и форма, все остальное разное, начиная с начинки и заканчивая цветом. Так что если я сейчас начну о них рассказывать, видео будет на полчаса, потому что на каждую можно снимать полноценный обзор. Мне досталась старшая модель серии, о ней и пойдет речь. Мышка большая и тяжелая, все как я люблю. Берешь ее в руки и не хочется отпускать, настолько она приятна на ощупь и настолько классно она лежит в руке. Вы поймете, когда попробуете, эргономика просто супер. Немцы, они и в Африке немцы. Все материалы качественные, пластик не выглядит и не чувствуется дешевым. Провод в тканевой оплетке, кнопки на ощупь прорезиненные, а скролл это вообще мечта. Не зря они называют его лучшим в мире, я с ними полностью согласен. Действительно очень удобный, прорезиненный и с классным ходом. Немного туговат, но мне как раз именно такой ход и нравится. Притом он четырехпозиционный, а это дополнительный плюс. Если вес мышки вам покажется недостаточно большим, вы всегда сможете воспользоваться грузиками, которые идут в комплекте. Помещаются они вот сюда, и с их помощью вы можете регулировать вес в соответствии с вашими предпочтениями. Оставшиеся грузики, которые вам не нужны, вы можете хранить в специальном кейсе, который идет в комплекте. И там они не потеряются. Технические характеристики мыши действительно впечатляют. Эта мышка реально сделана с умом и душой. Она вообще не уступает конкурентам в техническом плане, а многих и превосходит. Например, здесь, как в SteelSeries Sensei, тоже стоит 32-разрядный процессор. Turbo Core 2 ARM с частотой 72 МГц, который отвечает за производительность, обработку движений мыши, драйвер и многое другое. Очень понравился клик. Он такой смачный, четкий и не раздражает. Это, кстати, очень важный фактор. За клик отвечают профессиональные переключатели Omron, которые используются во многих профессиональных мышках и считаются долговечнее, чем другие. Кнопок здесь 10. Раз, два, три, четыре, пять. Две для переключения DPI, две боковые и одна по умолчанию отвечающая за сворачивание приложений. То есть работает как кнопка Windows. Понятное дело, что каждую из них вы можете перенастроить на любую команду, макрос или запуск приложений. Все это можно сделать с помощью драйвера, который нужно скачать с официального сайта. Здесь куча настроек и вкладок. На первый вы можете настраивать DPI, чувствительность, скорость двойного клика и прокрутки скролла. В следующий настраивать кнопки и макросы. Притом не просто настроить кнопки, а еще и настроить их дополнительные значения. То есть у каждой кнопки мыши есть ее альтернативное значение. Эта функция называется Easy Shift. Вы зажимаете кнопку Easy Shift, по умолчанию это Маус 4, и кнопки теперь выполняют дополнительные функции. Например, на одну кнопку можно повесить два макроса. Следующая вкладка очень интересная. Здесь можно настроить чувствительность по вертикали и горизонтали, откалибровать сенсор в соответствии с вашим ковриком, то есть настроить расстояние отрыва, герцовку и скорость указателя в винде. Можно даже сделать так, чтобы мужской голос сообщал об изменениях DPI или других настроек. Это, кстати, звучит немного страшновато. 1600 DPI, 3200 DPI, 6400 DPI, 8200 DPI. В подсветке выделена отдельная вкладка. Здесь вы можете настроить 4 светодиода как захотите, не только по цветам, но и по тому, как они будут гореть, постоянно или пульсировать. А может просто мигать или мигать как ритм сердца. Даже скорость всего этого можно регулировать. Следующая вкладка показывает статистику нажатий кнопок, прокрутки скролла, пробег мышки и так далее. Прикольно.
Еще прикольно то, что подсветку можно настроить под игры. Мало хп в играх, мигает красным, мало маны, синим, вас отравили ядом, мигает зеленым и все в таком духе. По-моему, это очень круто. Все ваши макросы и настройки хранятся в памяти мыши. Вы можете создать 5 профилей, либо для разных игр, либо для разных людей. Мышка классно ездит по разным коврикам. Я тестил ее на SteelSeries QCK, Razer Mantis Control, Fatec X7, Logitech и Rocket Sense. На последнем, кстати, мне больше всего понравилось, как она ездит. Вернее, ездила она по другим коврам, а здесь она плавненько летала. Очень классное ощущение. Но думаю, все-таки это заслуга коврика, а не потому, что он и мышь одной фирмы. Играть на этой мышке одно сплошное удовольствие. Она настолько круто себя чувствует в играх, что это просто нужно попробовать. Я очень много перепробовал мышек, но такие яркие впечатления у меня не часто встречаются. Ну, возможно, здесь много и моего субъективного мнения, однако мне очень понравилось. Кроме как восхитительно и шикарно, я слов подобрать практически не могу. Подводя итоги, я могу сказать, что это одна из самых классных мышек, которую я когда-либо держал в руках. Да что там говорить, когда я сидел в лайфзоне и писал обзор на эту мышку, ко мне подошел парень и попросил ее повязать. После того, как он ее повязал, он сказал, что завидует черной завистью мне, потому что у меня эта мышка есть, а у него нет. И он сказал еще, что собирается ее себе купить. Вот так. В общем, мне ой как не хочется никому ее отдавать. А придется. Как вы поняли, у нас конкурс. Итак, вам нужно подписаться на наш канал на YouTube, лайкнуть это видео, репостнуть это видео ВКонтакте, Фейсбуке или в Твиттере. И написать в комментариях к этому видео на YouTube, сколько просмотров это видео получит до 27 декабря. Через 2 недели после публикации этого видео я закрываю комментарии, и вы уже не сможете постить свои ответы, так что у вас есть всего лишь 2 недели, чтобы угадать количество просмотров. Тот, кто угадает или окажется ближе всего к числу, получит мышку. Ну, он получит именно вот эту мышку, так что она будет немножечко поюзанная. Все-таки мне же нужно было ее потестить. Вот, в общем, кому-то будет неплохой новогодний подарочек. А на этом все. С вами был интернет-магазин Photos.ua. Меня зовут Максим. Подписывайтесь, участвуйте в конкурсах, следите за новыми видео. Пока!